Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Сегодня покажу вам серию корейской косметики. Купила себе на пробу. Смотрите, какие штуки купила. Это называется кушон тональный, это CC крем, это подводка. Начнем по порядку. CC крем я уже вчера попробовала, я уже такими пользовалась. Он идет и как крем, и как тоналка. Текстура очень легкая, незаметная, хорошая штука. Но хочу вам сделать вот этот, рассказать. Я такое вообще даже не знала раньше, что такое кушон. Первый раз это слово слышу. И пришла такая штучка, думаю, попробую. 10 баллов за него. Во-первых, кнопочка. Нажимаем, и она моментально открывается. Очень большое, хорошее зеркало. Есть такая штучка. Она в отдельной подставочке у нас. Так, как она тут открывается. А, вот так открывается. Вот. То есть лежит она здесь. Здесь. Ничего не соприкасается. И вот здесь вам будет такая вот текстура. Ну, она такая пористая, и оказалось, что она немножко такая жидкая. То есть мы намазываем вот так вот, видно. И прямо делаем вот себе. Так. И эффект очень-очень хороший. Так, сейчас мы намажемся. Мне сюда камеру не очень удобно смотреть. Ну, потом посмотрю в зеркало. Вот так мы делаем. Получается, эффект очень легкий у нее. Текстура очень легкая. Потом руками доразмажу. Так. Буду вот так в зеркало смотреть лучше. Вот. Да, так лучше. Вообще, вот сразу видно, что такой лоб сразу ровненький стал. Вот, после этой штуки. И ничего не видно. Вот отличие от тоналок, что не видно, что они намазаны. А тоналки, в принципе, все видно. И пудру тоже видно. Вот. А эта штука вообще все убирает. Вот. В общем, кладем обратно. Сейчас я тут руками подровняю. Вот. В принципе, даже ничего размазывать особо не надо. В общем, такая классная штучка. Еще тоналка. Она стойкая. Ой, тоналка, говорю. Подводка. То есть, ну, я не буду здесь криво намажу. И с другой стороны есть вот такая штучка, звездочка. Смотрите. Во. И я вчера такую же делала. Она вообще не смывается. Она мицеллярной водой я ее смыла, а просто водой она не смывается. Вот. И такую вот классную штучку можно сделать. А можно поставить и две. Вот. И так прикольно. Можно весь день ходить. Она так не стирается рукой, если проводить рукой. В общем, такие звездочки можно ставить. Очень красиво. В общем, мне эта корейская серия очень понравилась. Всем рекомендую.